Этот город самый... А, нет, не этот. Дом родной. Та-дам! Дети, не делайте такого. Не надо. Ну что, дорогие друзья, вот мы в Екатеринбурге. И в этот раз мы сразу в клуб. Здорово! Здорово! Сегодня здесь есть большой экран. Значит, мы поставим свои столяшки. Танцуй! Дом родной! Тогда ты станцуй. Никто не танцует. Ладно, наконец-то я даже не буду надеяться. Ой, как хорошо! Свободно! Свободно! О, райдер на подеточек. Это ничего нету. Да подожди, сейчас. Так и задумай. Что, Антон, что ты скажешь? Ты рад? Да. Чувствую себя. Доехали. Свободно. Вообще, вот я смотрю на этот постер, где мы в платьях, который мы снимали для кораблика. И если бы у нас не было сейчас альбома, и мы поехали в тур, эта афиша все равно идеально бы подошла для нынешней ситуации. Это вот я к тому, что какие у нас классные постеры вообще на любой случай. Покупайте, ребята, заказывайте. Интересно, будут большие? Можно будет заказать какую-нибудь вашу стену такой? Давай закажем тебе. Я вот такие фотообои повесил на даче. Фотообои такие. Или здесь. Сейчас подожди. Да. Готов? Сейчас. Будики надели, да? Валерка. Удряем это. Будики. ЕКБ. Погнали. Что, уже прямо на сцену? Да вы ж ебанулись. Чё не сидится? Привет! Смотри, Бурзат, смотри. Он там один. Привет! Yeah.
что, дорогие друзья, мы решили нарушить сложившуюся традицию. И в этот раз в Екатеринбурге мы не сначала гуляем по городу, а потом играем концерт. А вчера мы отыграли концерт, и сегодня мы должны улететь. Мы улетаем вечерком. Идем гулять! У нас есть гид по городу. Ты местный все еще? Да. Да? Да. Хорошо. Всегда. И татухи пойдем. Татушиться бить. Бить татухи — это больно. Не прикольно. Могу сказать, что, конечно, по Ёбургу гулять значительно холоднее. Мы приехали, получается, с югов. И тут уже так зябко. Первый в России памятник Битлз, он же мемориал мертвым музыкантам. Типа, когда кто-то умирает, типа Честера Беннингтона, Лил Пипа, тут куча свечек, фотографий, все ходят, плачут и молятся. И оставляют свои записульки. Интересно, мы помрем, когда здесь кто-нибудь цветочек принесет. Ты принесешь цветочек, когда мы помрем? Мы будем жить вечно. Вандалка. Екатеринбург, кто все так делает? Это резиденция президента Российской Федерации. Когда он приезжает сюда, он здесь тусит. Ходит легенда, что можно свое желание здесь напрыгать, и оно сбудется. Надо обязательно попадать, прыгать с клавиши на клавишу и нажать на Enter. Если сможешь, точно сбудется. Давай на М, вот М. Смотри, нет, сюда. М. Давай. М. Дальше на Н. Н вон там, вон оно. Да. Н. Дальше на О. Да. Но? Дальше на Г. Так, я присутствую. Вот, вот, рядом с тобой прямо вот оно. Г. И обратно на О. Много? На пробел давай. Ага. Так, ищем Д. Нам нужна Д. Вот Д. Давай прыгай. Д. Теперь надо как-то переместиться на Е, но там далеко. Где? Вон оно. Может, много Д тебе хватит? Много Д. Чтобы что? Было много денег, надо сюда допрыгнуть. Вот. Вот тут наш план и дал осечку. Вот тут план и дал осечку. Может, просто Денг? Ладно, читер. Есть. Отлично. Н. Е. Е. И на Г. И вон Г через одну. Беги на Enter. Хорошо, на Enter я могу нажать. Давай, ты активируй. Хоба! Дабл. Тут стадион, везде стадионы. Вообще, конечно, Екатеринбург очень симпатичный город. Если бы я сюда переехал, я бы, наверное, выколол себе глаза. Что? Красивая стекляшка. Что, кебаб, стекляшка или что? Что? На что я должен сейчас? У нас разные понятия красоты. Так да, объясни мне. На самом деле, ребята, я не ханжа. Все мое отношение к архитектуре Екатеринбурга, оно объясняется вот этим вот прекрасным домом. Посмотрите на это, эти замечательные сайдинговые панели. Я вам сейчас здесь, я вот сейчас специально скину Оле фотографию, как выглядел этот дом, причем даже в 99-м году. Посмотрите на вот эту красоту. Как красиво. Можно же было сделать нормально. Идем по центральной улице города Екатеринбурга. Я бомблю. Ребята делают вид, что они не со мной. Я их понимаю. Я понимаю все. Что за ворчливый старик плетет за нами? Душнило какой-то, что к нам приплелся. Я не знаю, что вот там вот внутри, мы сейчас погуглим. Но мне кажется, что там тоже что-то очень интересное. Но это отдельная песня. Вот этот домик, он же здесь, он тоже должен быть под охраной. По-моему, там есть какая-то досочка даже по поводу того, кому он тут принадлежал. Вот этот вот зоомагазин, который здесь, он там, включая ремонт сотовых.
который просто напрочь скрывает вот этот симпатичный балкончик. Это, конечно, да. Тут, видимо, балкончик выгорел. Да, пожар. Да, это очевидно. И стало лучше, кстати. О, нажалось. Нажалось. Два раза. Ну, я сиськами так, хоп. Она надеется на то, что она нажмет на эту кнопку, и я заткнусь. Для нас Екатеринбург, в первую очередь, это не город, а люди. Да. Хорошие, классные люди, наши друзья. Это очень хорошие, классные люди, которым... Нужно срочно спасаться из этого города. Моргните один раз, если вам нужна помощь. Да, вот это вот Сталинка. Какая-то красивая. Красивая, но и то все ушатали этим самым кондиционером. Этот город самый... А, нет, не этот. История про сквер, который жители города отстояли. Здесь хотели въебать храм огромный, но жители отстоялись. И после этого... Этот сквер. Да, и после этого Екатеринбург стали называть городом бесов, потому что мы не дали построить... Святый. Еще одну. Ага, а вот я там же думаю. Есть. Так вон же есть уже там, смотри, раз, два, три. Шесть, мы считали по карте, их тут шесть. И хотели въебать еще одну на любимый сквер народа. Красота. Дитё кормит уточек. Там мостик. Тут ребятки. Нанч, что за водоем? И сеть. И сеть. Купание запрещено. Все не так плохо. Один из самых красивейших домов города Екатеринбург, между прочим. И что это у нас? Принадлежал чиновнику горного ведомства Николаю Севастьянову. Позднее здесь располагались окружной суд и совет профсоюзов. Замечательный представитель конструктивизма. Посмотрите, какие классные линии. И там вот это прикольно. Ну, то есть понятно, что это 20-30-е годы, но это классно. Вот эта часть города прям очень мне нравится. Тут Сталинки, бульвар. Скамеечки стоят, можно, видимо, кофе пить. А потом повторяем это все внутри да. Нужным цветом. Да, да. Как значок? Да. У тебя есть пинчик? У тебя есть значок? Я вчера купил значок. Себе. Я знаю. Вот, короче, надо так, да. Туровые татуировочки. Да, понимаете? Это уже традиция, кстати. Отлично. Так, ну что, кто у нас смелый? Ну давай меня вольнем по бырику. Присаживайся. Тебе больно. Тебе что, удобно тебе надо подставлять? Где сами? Больно, ты вся сильная. Она получается не сильная. Любой товарищ. Да, Россия. За бейсбол. Вкусно! Красноглазый. Я тоже красноглазым стал. Был синеглазый, стал красноглазый. Как я отвык от этой хуйни. Жужжит, больно. Дети, не делайте татуировки. Не надо. Это просто полная херня. Зачем вам это надо? Вообще татуировки я бы никогда себе не сделал. Тем более кому-то другому, да? Угу. Правильно мыслишь. Нечего ерундой заниматься. Эти татуировщики... Как вы, маленькие. Очень красиво получается. Очень красиво получается. Правда? Нет, первая. Моя первая, вон, на тебе. Да-да-да. Ну, класс. Сейчас я стенку еще промою, тут цветная грязь. Та-дам! Красиво? Красиво.